Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале Регас, и сегодня у нас с вами не сильно долгий ролик по игре Fortnite. Сегодня я не буду, в принципе, показывать, думаю, геймплей. В общем, сегодня я решил задонатить эту игру, реально. В общем, как вы знаете, я получил игровой ноут недавно, и я начал играть в Fortnite. Это игра просто имбище, как для меня. Те, кто играет в Fortnite, тоже пишите в комментарии, можем вместе сыграть, честно. Я уже успел лапнуть 57 левел, в общем, это не сильно важно. Важно то, что о чем ролик. В ролик о том, что я хочу задонатить в такую вот бешеную сумму сегодня, реально. Это очень дорого, но я хотел задонить сначала 2800 V-баксов, но я решил задонить 5000 V-баксов за 37 евро, потому что так будет выгоднее. Я задоню это, но мне потом придется еще раз донить, наверное, потому что выйдет какой-то скин, и Battle Pass выйдет через где-то дней 15, в общем, новый. Поэтому, в общем, это я задоню, и все. И я куплю себе пару эмоций, то, что я покажу сейчас, что я хочу купить. И оставлю V-баксы на следующие скинчики и так далее, в общем, и на Battle Pass. В общем, давайте зайдем в магазин. Я покажу вам 4 эмоции, которые я хочу купить. Первая эмоция. Вторая эмоция. Очень мне нравится эта эмоция, ребята, вообще крутецкая. Офигительная эмоция, потому что песня кайфовая. Вот насчет эмоций, я не знаю. Песня имба. Эти две эмоции я вам показал. И потом третья. Вот не знаю, как вам, но мне эта эмоция почему-то нравится, реально. Учитывая, может, они женские какие-то, но они реально крутые. И четвертая. Такая вот прикольненькая музыка, в общем, ребятушки. Я не знаю, когда обновляется магазин. Подождите. Тут написано, будет удален из магазина 1.11.2024. 1.11. Это, ну, получается, у нас еще есть. Это получается в ноябре. То есть у нас времени есть еще. Так, а когда будет это удалено? 21 октября, получается. Сейчас, сегодня у нас с вами... какой у нас сегодня дата, блин, ребята? А, у нас сегодня 19 октября. Короче, слава богу, эти эмоции не исчезнут из магазина пока что, поэтому все нормально. Заходим в V-Bucks и выбираем. Как же жалко деньги просто. Я, ну реально, я сумасшедший. Это очень тупо донатить такие бабки в игру, друзья, но хочется играть с какими-то прикольными там эмоциями и так далее, поэтому... Поэтому купить. Первый раз буду покупать. Так, у нас загрузочка идет с вами. У нас идет загрузочка. Нас перебрасывает в Epic Games. Здесь я должен ввести свои данные, друзья. Свои данные, чтобы оплатить. Конечно, я вам этого показывать не буду. Просто перемотаю. Для вас это будет одна секундочка, друзья. Пока я веду данные карточки. Так. Все, друзья, телефон пикнул. Телефон пикнул. Оплата есть. Полученные предметы птичий зов. Что я получил? Халявную эмоцию. Халявная эмоция. Блин, мне очень жалко деньги. Капец, как мне жалко, друзья. Капец. Капец. Не хейтите меня в комментах, пожалуйста. И я, наверное, вам покажу, как я играю сейчас, наверное, я. Поэтому не хейтите меня, друзья. Я реально новичок в Fortnite, но мне очень нравится эта игра, поэтому я решил задонить. Короче, нам дали вот такую вот эмоцию. Птичий зов и 5000 V-баксов. Ура! Давайте сделаю скринчик. Скринчик, так, далее. Получить. Уф, друзья, все, донатик прошел успешно. На балансе 5100 V-баксов. Вот откуда у меня 100 V-баксов дополнительных? А, с Battle Pass'ика, друзья. Battle Pass'ики халявные. Этот Battle Pass я не буду покупать. Не знаю, мне он не очень нравится, поэтому я его не буду брать. Я думаю, следующий взять. Наверное, следующий будет хороший. Написано, сезон 4 главы 5 продлится до 2 ноября. 9.00 МСК. Я думаю, что 22 ноября, то есть закончится сезон, и сразу появится новый. Поэтому надеемся на это. Капец, как мне жалко, блин, донатить, ребята. Короче, пока моя такая эмоция я получил, и самые дефолтные такие. И вообще мой нубовский инвентарь. Короче, кстати, такой скин у меня на девочку. Я его получил халявно тоже, там, за заданку, за выполнение заданки. Друзья, эмоции один, теперь мы можем настроить.
теперь мы можем настроить. Стоп, нам дали эту халявную эмоцию, я же забыл совсем. Я не купил в магазине эмоции, которые я хотел. Gangnam Style. Наверное, я правильно прочитал здесь. Gangnam Style. Gangnam Style он поет. Gangnam Style. Вот так вот, короче. Это эмоция, друзья. Купить. Зажимаем купить. И она сразу покупается. Никакого подтверждения нету. Зажал, купил. Все, брат. Братцы. Получить. Получили мы эмоцию нашу. С кайфом, с кайфом. Можно отменить покупку. Вау. Отменить покупку можно до тех пор, пока вы не используете купленный товар в игре. А. Кайф, вот это хорошо сделан, сделал Fortnite. Когда я покупал Robux, да, V-Bucks, я все время путаю. Когда я покупал V-Bucks, у меня написано было, что, типа, подтвердите, что вы принимаете, что нельзя сделать возврат средств. Типа, если ты донатишь, то ты не можешь возврат средств сделать. Если это, напишите в комментариях, правда ли это, друзья, я таки не понял до конца. Звездный танец. Вот это моя любимая эмоция из-за музыки. Да и вообще танцует, я не знаю, танцует вроде прикольно. Скин я по-любому хочу новый, но сейчас в магазине нет скинов, которые мне нравятся, поэтому будем ждать классные скинчики. Я обязательно сделаю видео, если вам понравится. Буду делать такие вот видосики, потом может быть стрим, как я играю в Fortnite, друзья. Потом можем вместе играть. Короче, ребята, столько контента, может быть, все зависит только от вашего актива. Реально, когда я вижу актив, друзья, я сразу буду записывать какие-то видеоролики для вас дальше. Зажимаем. И эта эмоция, я даже скрин сделаю, потому что эта эмоция мне очень нравится. Моя любимая будет, честно. Хотя она вроде дефолтная какая-то. Ну, в общем, тут есть еще такие эмоции, друзья. Вот такая вот. Ну, я ее не хочу. Не знаю, она мне какая-то... Она классная вроде, музыка классная, но мне не нравится. Такая вот эмоция, я смотрел. Прикольная, но тоже не хочу брать. Нет смысла, ну... Как бы прикольно, но пофиг. Тут всякие разные скины, эмоции. Ну вот, я хотел купить эту эмоцию и эту. Не знаю, как они вам нравятся. Мне кажется, мне могут даже захейтить за эти эмоции. Не какие-то такие, знаете. Но мне очень нравится. Поэтому зажимаем. Эмоция оки-доки. Бам, получить. Нажимаем назад. Каиро эмоция. Нажимаем купить. Получаем мою эмоцию, мои эмоции, друзья. Все в магазине, больше я ничего не хотел купить, пока что он не обновился. Ничего интересного больше мне не нравится. Блин, очень хочется сделать, купить скин на машину, вот, например, Макларен, офигительный. Но 2800, брат, братцы, 2800. Это у меня останется 1100 или, короче, я мне лень считать себе. Голова даже не варит, сколько как-то посчитать, ну, короче. Не хочу я покупать машину, это слишком дорого для меня. Хотя это классно, но это дорого, поэтому мы не будем. Капец, мне реально жалко, друзья, деньги эти. Ну, короче, пофиг. Вот это тоже очень классный наборчик, выгодный. За 5 евро вы получаете вот это все плюс 600 V-баксов. Не просто скин, а V-баксы плюс... и плюс, ну да, V-Bucks и сам скинчик, и вот такой лего скинчик, но я вообще не использую лего режим, вообще мне он не понравился, что-то, короче, я бы очень хотел бы купить даже, но я не знаю, я подумаю, кстати, акция до 6 ноября, 600 V-баксов, давайте посмотрим, у нас стоит 1000 V-баксов, 9 евро, ну это выгодная очень сделка, ребята, плюс скины, плюс это, может быть я и куплю все-таки и эту фигню, блин. Хотя я не знаю, мне нафиг это ящерка, поэтому, наверное, я не буду брать. Интересно, это эксклюзивно прям или нет? Если это эксклюзив, то я куплю, если нет, то, наверное, не буду, потому что все же жалко. Даже 5 евро, друзья, тоже жалко уже. Поэтому, в общем, вот такой вот магазин у нас. Ничего лично интересного больше для меня. Давайте налепим эмоции. Эмоция 1, эмоция 1, эмоция 2. Эмоция 3. Эмоция 4. Эмоция 5. Эмоция 5. Давайте, я не знаю. Нам дали, кстати, еще вот эту эмоцию. Ну, она мне ни к чему, чисто, поэтому мы будем взять вот эту эмоцию. На пятом слоте. Шестая. Вот дефолтные эмоции, но тоже можно, в принципе, я думаю. Друзья, извиняюсь за кашель. Прошу прощения за это. Просто мелкий брат в комнате сидит, поэтому я прошу прощения за кашель. Во время того, как я записывал ролик, он пристально наблюдает за Fortnite. Тоже ему интересно, надо все посмотреть. Это мой первый донат в Fortnite.
Самому было бы интересно. Короче, я не знаю, какую эмоцию на шестой слот ставить. Наверное, эту. Либо, блин. Короче, я не знаю, очень тяжело, но 6 у нас слотов всего лишь, короче, пофиг, вообще, нафиг я выбираю так долго между этими двумя дефолтами, если у меня есть эти, поэтому ладно. Плюс какие-то граффити, всякие вот такие, но они мне не интересны, поэтому, друзья, сохранить пресет не надо, короче. Все, друзья, и мы можем теперь... Тут есть еще свободные слоты, 2. Стоп, а как их изануть? Эмоция 6. А какие же, ну, друзья? Стая, п, стоп, стоп. А как? Я не понимаю. Может быть, что-то другое должно быть? Напишите в комментах, пожалуйста. Вот там тайм-код используйте этого видео и напишите. Реально, буду благодарен вам за то, что вы скажете мне. Так, теперь можно повязать эмоции. Чистая эмоция, я не знаю вообще. Не скажу, что прям как-то мне очень заходит. Она может из-за того, что скин какой-то под эту эмоцию неподходящий. Но сама музыка офигительная. Такая вот эмоция. Короче, друзья, я очень рад, друзья. Я думаю, можно проверить в катке. Можно проверить в катки, хотя, ладно, что проверять в катке, друзья. В следующем ролике, я думаю, если вы сделаете актив, просто сейчас не до катки, да и вообще смысл этой катки. Короче, друзья, если хотите увидеть, как я буду играть в Fortnite, пишите об этом в комментарии, сразу сделаю ролик, по-любому, отвечаю. Есть такой комментарий, все, ждите видео, будет такое видео. А как успокоиться, все, хватит петь. Что-то еще хотел сказать, друзья. Вот такой вот ролик получился, в общем. Когда обновится магазин, и я буду тратить остальные V-баксы, я обязательно сделаю тоже видео. Надеюсь, вам залетит этот ролик. Короче, кто досмотрел до этого момента, спасибо всем за просмотр. Реально, спасибо большое. С вами был я, Регас. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч, друзья. И хочу изнуть эмоцию. Всем удачи и всем пока-пока.